Горчичный порошок – дешевое и доступное средство для вашего огорода. О пользе горчицы для огорода известно давно. Ее активно используют для борьбы с вредными насекомыми и с различными болезнями растений. Горчичный порошок способен уничтожить слизней, гусениц. Им опыляют почву. Он абсолютно безвреден для растений. Не накапливается в растениях и в грунте, но опасен для многих разновидностей вредителей. Плодовые деревья и кустарники обрабатываем после цветения в самом начале лета. Против огневки, тли плодожорки, гусениц 100 грамм порошка горчицы заливаем 1 литром кипятка и настаиваем сутки. Смесь процеживаем, разводим водой еще 2 раза. Добавляем 40-50 грамм мыльной стружки на ведро и обрабатываем. Горчичный порошок полностью смывается с плодов, не накапливается в кожуре и не имеет никакого негативного воздействия на растения. Для защиты от слизней рассыпьте порошок тонким слоем по земле между посадками капусты или перца. Порошок горчицы незаменим и в борьбе с вредителями комнатных растений. Для обработки почвы от вредных насекомых 1 чайная ложка горчицы разводится в 1 литре горячей воды. Настоять трое суток, процедить, растворить настой в 3 литрах воды и опрыскать растения от тли, трипсов, паутинного клещика. Если в цветах завелись подуры, присыпьте почву слоем порошка около 1 см. Среди огородных вредителей много кто не любит этой жгучей приправы. Порошок горчицы поможет вам в борьбе с ними. Так что запасайтесь горчичным порошком и хороших вам урожаев. Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу. Мы раскроем вам все секреты.